Свет, свет, моя галактика. Свет, снова моя галактика. Свет, свет, моя галактика. Свет, снова моя галактика. Будь здесь, жизнь. Я взрываю дружный хайп, и меня не чини. Я, брат, вам прибыли. Ой, наверное, не видно меня. Прибыли покататься на квадриках. Распановали им сразу, Кисенька квадрик купит. Все, короче, будем искать, где что. Стоим в теньке, ждем 20 с чем-то градусов. Октябрь. Короче, Кисин сказал, они едут, вон, едут, едут. Заберу весна, лысым рэпером не оставлю. За, за, мой новый ты бенгер, дай, дай, мои быстрые деньги. Мои демоны летают выше головы, мне порой кажется, как будто бэби смерти. Я ненавижу весь мир, веду себя так, будто вы мне должны все. Я переживаю, хочу тревоги, депрессия постоянно убивает. Если вы не показывала, как первый раз, я не похожа на вас, я выполняю заказ. Свет, он не показывала. Катались, короче, Кристинка у меня вообще гонщик, говорит, все, берем два квадроцикла, будем кататься целыми днями. Ты меня застрял, сказал, что я как черепаха ползла. Короче, за Кристинкой ползал, ползал. Мы два года назад туда ездили со скоком, тут джазу такого давали. Короче, ну мы на час брали, мы ездили туда, в лес он в тот. Там такая тимовая дорога через болото, короче, ну нормально. Короче, мы 1000 отдали за 20 минут, на двоих получается, да? В принципе, нормально, но на 20 минут это стоит брать, если ты вообще ни разу в нем не ездил, ну. А если как бы, ну, блин, хоть раз ездил, это вообще чача 20 минут, и тут такая площадка, как на велосипеде кататься. Вот, короче, надо брать на час и джазу в лес давать, там, со стрельбой, с отдыхом, все дела. Все, короче, мы погнали в зелик, давайте. Погоди, а что это так закачалось? Помолчишь, не хочу пропустить начало. Лови мелодию так, как я ловлю, так, как я люблю, так, как будто... Да, почему ты глазами бэнь-барабэнь? Прогоняй лень прочь, прокачай, что есть мочи ночью или днем. Хочешь, подойдем ближе, в центр взгляды все заберем. Бери себя в руки, не зови. Вот ты со мной видишь знаки, get lucky, без драки. Тише, братцы, без драки, только танчики, танцы. Теперь давай танцуй! Что смущает тебя? Смотрите, как ест истинный фанат роллов. Во! Во! Это то, от чего без ума. По-хорошему не придирайся к словам. Крайний вечер в зелике. Вот мы выбрали город посмотреть, что тут. В зимних куртках. Жутко хотим спать, но пошли гулять. Да, потому что надо гулять, понимаете? Это очень полезно. Можно только роллов съесть.
завершаем день вот чаёхой возле моря, слушаем музяку. Так что почаще выезжайте из дома, сейчас мы за вас кофейку тут выпьем и пойдем спать. Это, правда, не кофе, а чай. Вы поняли. Все, до свидания. Всем доброе утро. Мы собираемся, короче, домой. Не переключайтесь, попозже расскажу, короче, про минусы и плюсы этого отеля. Напоследок посидеть тут на дорожку. Сейчас расскажем вам плюсы и минусы отеля эксклюзив апартамент. Начнем с плюсов. Плюсы: вежливый персонал, все там не, как сказать, не заебно, не отвлекают, не звонят целыми днями, да, тебе. Потом в номере тепло, полы с подогревом, все есть там, кружки, чашки, сковорода, короче, кухня есть. Плюс телевизор есть, полотенце, тапочки, халаты, все тоже есть. В общем, в номере убирают каждый день, реально даже нас убрали, я в шоке. Выход на море именно, Wi-Fi бесплатный. И шумно вроде бы ночью, на ту сторону там стройка, поэтому берите только на море выход. Холодильник есть, да, еще даже. Что через стену не слышно соседей, до этого мы были в каком-то отеле, там сквозь стены все слышно было. Вот, а теперь минусы, минусы. Минус, скажи. Минус — это шумный холодильник, который, да, был в плюсах. Да, холодильник, короче, в комнате стоит и дико ночью шумит, как включается. Плюс матрас какой-то мягкий, подушка, там, когда лежишь вот так, ноги выше головы. На второй день я как бы спал, пофиг, первый что-то херово как-то. Плюс, короче, то, что ты наверху, на пятом этаже, там сидят голуби, чайки, чирикают поутру. Вот это вообще дичь. То, что вода у нас плохо лилась первый день, когда, ну, пришел, да. Вода починилась, потом туалет нас не смывал, мы его разобрали, сами починили. И все, мы погнали, всем счастья, здоровья, любви, пока. Чаще отдыхайте. Да, только не на зоне, как корень сломаем.